Привет всем, с вами ваш брат Тимати, он же мистер Black Star. От всей души хочу поздравить фэн-клуб города Moscow City, моего родного города, с 2-летием. Спасибо, что все эти 2 года активно меня поддерживаете, и все эти 2 года вы со мной. Каждый раз, когда я получаю одну или другую номинацию, находясь в своем городе, я как никогда остро чувствую вашу поддержку и чувствую, что вы со мной. Спасибо за то, что 2 года активно поддерживаете и голосуете за меня и вместе со мной. Поздравляю вас с этой замечательной датой. И теперь важный момент для всех фэн-клубов по всей России и за ее пределами. Голосуйте, активно участвуйте в конкурсе, так как по итогам этого прошедшего 2011 года мы выберем лучшего из вас. То есть тот фэн-клуб, который активнее всех голосовал, поддерживал и стал в этом году лучшим. Участвуйте в конкурсе, голосуйте, и мы выберем лучшего. Всем мир и готовимся к наступающему 2012 году. Году дракона. Надеюсь, этот год будет год огнедышащего дракона, и он побыстрее своим огнем растопит весь холод и настанет лето. Всех с наступающим. Мир.